Всем привет, друзья! С вами Андрей, это канал «Футбол – это жизнь» и это еженедельные награды. Итак, сегодня у нас понедельник, вы этот смотрите видеоролик, скорее всего, в пятницу, тогда, когда мы уже открыли награды за Division Rivals, но сегодня у нас Squad Battles. Итак, мы получаем... Я занял золото 2. Просто за один день я играл только вчера, получается, в воскресенье. И за этот день вот получаем 2 пака и 11 еще и 1000 монет. Итак, мы получаем золотые премиум игроки. Это нет даже тут по значимости, я не знаю, так что по стоимости. Давайте откроем сначала премиальный набор смешанных игроков. Там и золотые, и серебряные, и бронзовые. Итак, здесь у нас есть рарный игрок. Но это не Волкаут сразу. Не говори, что это снова... Ага. Это Иличич. Йосиф Иличич. 84 рейтинг. Сразу же в паке. Но это неплохо. Сколько он, интересно, стоит? Это продаваемый пак. Ну, 4000 стоит Иличич. Ну, а теперь открываем пак. Золотые премиум игроки. Здесь у нас тоже есть... Рарный игрок. Это не Волкаут. Но это дальше хорошо, что проходит. Это Фалькао, 83 рейтинг. Ну вот смотрите, вот, вообще на самом деле я вчера добил золото 1 себе в Squad Battles, но похоже из-за того, что не до конца там прошел дальше, и у меня немножко рейтинг, естественно, за эти сутки сбился. И попал на золото 2, но все равно 2 створки. Ну, он тоже вот стоит примерно 2000. Это тоже неплохо. Ну и также я вам хочу показать, мне дали пак в награду за то, что я выиграл 10 матчей Squad Battles. И мне дали один пак с двумя редкими золотыми игроками. Ну и смотрите, что мне выпало. Теперь у нас уже четверг, и мы забираем наши награды. Я решил взять третий набор. Мы взяли с вами третий ранг, третий рейтинг. 2 электромовых набора не для продажи, и большой золотой премиум набор не для продажи. Мы его и выбираем. Ну что же, вот они наши, друзья, с вами награды. 24 золотых предмета, 7 редких из них. Здесь у нас 12 игроков, так что я, наверное, все-таки большие золотые премиум наборы я оставлю на попозже. Кстати, сейчас нету ни одного даже промо-пака, так что мы начнем с вот этих 12 игроков, 6 золотых, 6 серебряных, и в них все редкие. Так что, либо все-таки вот эти, вот я не знаю, что лучше здесь. Хорошо, давайте с вот этих больших золотых премиум наборов мы начнем. Поехали. Итак, первый наш пак за Division Rivals. Естественно, здесь будет рарный игрок. Внимание. Волкаута не будет. Будет хотя бы дальше. Да, Мексика. ПЗ. Ну, опа, это информ, друзья. Родригес. 88 скорость. Ну, кстати, неплохо. Кстати, смотрите, видите, у него фотка на карточке немного вылезла, так что это недочет. Но это, кстати, мой первый вообще информ за все версии FIFA. Рубен Невис, кстати, неплохой центральный полузащитник. Еще и тренер из АПЛ. Контракты. И еще стадион дали и троих игроков, которые у меня уже есть. Итак, неплохо. Начали мы с информа. Ну а теперь переходим ко второму большому золотому премиум набору. Все, без лишних слов. Вообще хотелось бы... Кстати, что-то долго провисло. Я надеюсь, будет это волкаут. Прям очень охота. Внимание. Нет, это снова не волкаут. Это теперь даже просто золотой игрок. Но, друзья, это Винисиус Джуниор. Если бы он был бы продаваемый, я бы кучу бы бабла бы с этого бы срубил. Ну а так, Винисиус Джуниор еще и за году. Давайте просто посмотрим, сколько стоит Винисиус Джуниор.
Он действительно стоит там 5000, вот, но это прям очень хороший игрок. Есть также еще Сосиньон. Есть еще Маэстро Мотор, есть новый стадион. Ну и игрок, который у нас уже есть. Итак, ну а теперь мы переходим к электрумовым наборам редких игроков. Надеюсь, здесь у нас будет за эти паки волкаут хотя бы один, прошу. Естественно, створки есть, это значит рарный игрок, это не волкаут. И это снова просто игрок, ЦЗшник, это Нкулу. Очень плохо. Ну, да, все. Ну что же, теперь будем надеяться. Я давайте даже сейчас скипну. Буду надеяться на то, что будет там волкаут. И вдруг действительно нам повезет. Нет. Волкаута здесь не было. 2-8 старых. ДЛФ, еще Дайер. Так что вот они, друзья, все наши награды. Ну что же, я могу сказать, если были бы действительно продаваемые деньги, мы бы с этих паков бы действительно срубили. Но так я решил все-таки взять непродаваемые, так как игроки сейчас нужны. У нас есть теперь еще и информ непродаваемый из команды недели. Кстати, вот интересно, сколько он вообще стоит. Ну да, это квиксельный игрок. 10 тысяч монет мог бы получить. Но все-таки все равно. Ну что ж, друзья, спасибо вам большое за то, что вы следили на этой неделе за моими наградами. Подписывайтесь на канал, чтобы не пропускать через неделю новые награды. С вами был Андрей и канал «Футбол – это жизнь». До новых встреч, друзья. До свидания.